сказал, что у меня грудь наружу. Так что вы ржете? У тебя титька голая. А ты не мог мне об этом сказать, когда нас рисовали? А я не видел. Не видел, конечно, не видел. А ничего, что ты на меня смотришь? В принципе, все на меня смотрят. И ты, и этот чувак внизу. Я вообще думала, он мертвый. Да что ты кипишуешь, господи? Я он вообще моргнул. Так, я же не выделываюсь. Так, кто главный? Где администратор? Я вот это голая в Лувре висеть не буду. А что сразу голая-то, а? Это искусство. Искусство? Ну и кто? Кто нарисовал это искусство? Ну кто в берете, тот и нарисовал. Эжен, давай снимай. Да что? Это же произведение искусства. Это же как Мона Лиза. С какой стороны не посмотришь, они смотрят на тебя. Кто они? Так, ну перестаньте. Жен, а почему они смотрят в разные стороны? Ну, потому что я одну рисовал с натуры, а другую по памяти. Ну, хочешь, я перерисую? Так, не дождешься. Как вот это все называется? Это называется «Свобода на баррикадах». Да, ну хорошо, допустим. Свободу я вижу. Что такое баррикада? Твоя мать между нами, которая говорит, что я тебе не ровня. Жен, ты вообще придурок. Ну ты мне скажи, ну ты придурок. Ну ты нарисовал наши взаимоотношения, а? Ты думаешь, я ничего не помню? Мы поехали на пикник. Ты взял краски. Ты мог нарисовать, я не знаю, ты мог нарисовать природу, веселую компанию. Где шашлык? Ну вон же дым от мангала. Хорошо. А почему вы все с пистолетами? Это я нарисовал. А почему все с пистолетами, а один с саблей? Ну, он пиратов любит, что? Так, ну, что это за бред, я понять не могу. Пистолеты, пираты, ладно. Пушкин? Серьезно, Пушкин, он же просил его не палить, что он во Франции. А что палить, что он во Франции? А вообще ничего, Жен, вообще ничего. Кроме здоровенного флага у меня в руках, откуда здесь флаг? Это Толик принес. Какой Толик? Ну, Толик. Он раньше всех приехал на локацию. Ага. И как бы отметил флагом, что мы здесь. Ну, Толик. Вон он, без штанов валяется. Че он валяется? Я тебе говорю, он первый на локацию приехал. Вот и без штанов валяется. Кто вообще такой Толик? Ну, Толик, друг Пушкина. Ну, мы жарили мясо на мангале, он подошел, говорит, дайте мясо. Мы говорим, мясо еще не готово. Мы говорим, а он говорит, дайте мясо. Я говорю, не готово. Он говорит, тогда испорчу вам картину. Разделся и лег. Господи, ну Эжен, ну это же Лувр. Ну здесь не может быть человека без штанов. Да рисуй ему штаны. Ну, у меня нет темной краски. Светлая есть? Есть. Ну тогда хотя бы колено ему подними. Почему он без носка? О, это тест. Это ты видишь его без носка. Я вижу его в носке. Это значит, что ты пессимист. Зашибись. Просто зашибись. Нет, мы офигенно съездили, да. Сисей засветила, Жены, Пушкины, Толики. Давай, меняй это все. Ну, могу картину выставить, когда мы той же компании ездили на рыбалку, где я поймал здоровенного 30-килограммового окуня. Ну, там все нормально. Давай, покажи. Нормально. Покажи. Там нормально. Покажи. Пожалуйста. Тут и Толик трезвый, и Пушкин спиной. Эжен, чтоб больше красок я в твоих руках не видела.
А что я возьму?